Изобретение мотоцикла в XIX веке было вызвано погоней за скоростями. Людям хотелось попадать в нужное место быстрее, чем позволял велосипед, и поэтому они прикрепили к велосипеду мотор. Сегодняшние мотоциклы намного сложнее, так что прежним моделям за ними не угнаться. Эти мотоциклы – триумф техники. Прежде всего, варят раму из легкого алюминия, что обеспечивает скорость и низкие затраты топлива. Раму зачищают, напыляют на нее краску и обжигают, чтобы краска запеклась. На левый блок двигателя устанавливают коленчатый вал и поршни. Закрепляют прокладки и заглушки, а потом вводят полукруглый инструмент, который называется вилкой. Он приводит поршни в вертикальное положение. Затем другим инструментом сжимают кольца поршней так, что они легко встают на место при установке второй половины блока цилиндров. На блок устанавливают уплотнение, а потом ставят крышку цилиндров. Электрическими отвертками закручивают болты, закрепляя крышку на блоке цилиндров. Устанавливают кулачковый вал и головку блока цилиндров. Вал приведет в движение клапаны, которые впускают воздух и топливо и выводят выхлопные газы. Коленчатый вал вращают, отлаживая его работу. Теперь пора проверить работу двигателя. Его заполняют охлаждающим раствором, смазкой и топливом, а потом проверяют на всех передачах, проверяют протечки и работу в целом. После проверки охлаждающую жидкость сливают из двигателя. Двигатель мотоцикла должен не только хорошо работать, но и хорошо выглядеть, потому что он не спрятан под капотом целиком. Затем 102-килограммовый двигатель опускают на опору, установленную на конвейере. На нем закрепляют раму. Монтируют узел с задним колесом, а потом с передним. Руль закрепляют с помощью нужного крутящего усилия. Затягивают тормозные устройства, затем заливают в радиатор антифриз. Тем временем в покрасочном цехе усердно трудятся роботы. Покрашенные детали устанавливают на мотоцикл. Сначала элемент с седлом, затем крышку и, наконец, корпус. Затем собирают приборы, такие как спидометр и указатель уровня топлива. Эта часть называется передним обтекателем и ставится перед приборами. Передний обтекатель с приборным щитком опускают на мотоцикл. А затем все закрепляют на раме. И, наконец, ставят крышку на выхлопную трубу. Проверяют, все ли надежно закреплено. Подъезжают к динамометру, установке, которая измеряет механическую мощность. Проверяют скорость мотоцикла, тормоза, гудок, систему управления и устройство автоматического поддержания скорости. Каждый мотоцикл проходит этот контроль, и если все в порядке, то он готов к жизни на дорогах.